Дело в том, что а, то, что вы привыкли считать массивом, если кто-то не читал дополнительную литературу по Питону, на самом деле не является массивом. Что такое лист? Это список ссылок. Это список ссылок. То есть я могу создать список ссылок на произвольные объекты. Если я создаю список x, y и z, то это еще не значит, что x, y и z это обязательно однотипные переменные. Ну, во-первых, самого понятия переменной в Питоне в чистом виде нет. В Питоне все по-другому. Есть имена и есть объекты. Объекты живут... До тех пор, пока на них где-нибудь еще хранится ссылка. Ну, например, в каком-нибудь имени. Имя хранит ссылку, да? И прекрасно, объект продолжает жить. Как только имя у нас пропало, ссылка теряется, и объект съедает сборщик мусора. Да? Но при этом ссылка может быть не только именем. Ссылка может храниться в списке. Ну или где-то еще. Ну, вот, в частности, в списке. Да? То есть я сюда могу заложить какие-то разнотипные объекты. Типы их абсолютно не равны друг другу. То есть, короче говоря, я могу вполне создать список из, например, true, запятая да, 2, запятая 5.3, запятая да, hello. Это вполне допустимый список. Более того, мы не должны удивляться тому, что вот в таком вот цикле for x in a у x будет, соответственно, разный тип на разных итерациях. Print type X. Да, ничего страшного, да, действительно, мы увидим, что у меня там bull int float str. Так, очень хорошо, да. Давайте еще дальше немножко поломаем мозг, да? Ну, и почему бы, ну на самом деле кое-что мы уже делали вот такой, мы погружали список в список, да? Но в этом смысле может быть интересная такая, такая штучка. Можно погружать в список не только другой список, но и кортеж, но и кортеж. Кортеж это что такое? Давайте вначале создадим кортеж. Что такое кортеж? Кортеж ⁇ это замороженный список. То есть с кортежем можно делать все то же самое. Он тоже может вполне хранить разнотипные объекты. Пожалуйста. Вполне может. А может ли кортеж хранить ссылку на список? Да, вполне. Вот давайте я туда погружу. Вместо строки я туда погружу сейчас пустой список. А теперь смотрите, у меня имя b указывает на неизменяемый объект кортежа, но в неизменяемом объекте кортежа да, фактически хранится четыре ссылки у меня, да? Три ссылки из этих четырех у меня указывают на неизменяемые объекты. У меня bool, int и float являются объектами неизменяемыми. Но одна из ссылок указывает на изменяемый объект, который можно поменять на объект типа лист. Там да, мог бы и ад сюда вписать вполне, но я решил создать независимый. Кстати, очень интересный момент, что я могу сюда действительно написать. Давайте я лучше действительно напишу сюда А. Почему бы нет? Вот я сошлюсь на, на тот, который уже там был. Да? Там у меня ссылки. На... Кстати, интересный момент. Сейчас еще один интересный момент скажу. То есть там на самом деле лежат 4 ссылки. Так вот, кто вам сказал, что вот этот true и вот этот true – это разные объекты? Или вот эта двойка и вот эта двойка – это разные объекты? А почему не сэкономить? Ведь объекты эти неизменяемые. Я ведь все равно не смогу изменить объект. Я могу только изменить ссылку на объект. Правда? То есть если двойка создана так, это true, прошу прощения, да? Если двойка создана двойкой, то она, извините, уже двойка и целое число, то есть сам объект не может поменять тип. И имя может начать ссылаться на другой объект другого типа. Но объект свой тип не может изменить в процессе своей жизнедеятельности. Понимаете? Да? Так и а, для неизменяемых типов он не только тип, он еще и содержимое свое не может, свое су су сущностное содержание изменить не может. В данном случае, кстати, вот я в неизменяемый тип кортежа, кстати, type, type от B, да, если спросить type от B, то он мне скажет. tuple класс. Tuple, tuple ну, кстати, все. А, все типы в питоне, они все классы. Честно, даже функция это тоже класс, ну объект класса. Все все является объектом в питоне. Ну ладно, но не будем сейчас заостряться пока. А, ОП вам в питоне не требуется, он не нужен пока что нам совсем, прям совсем с большой буквы. Так вот, tuple, да, то есть кортеж. Так вот, кортеж еще раз говорю является неизменяемым, да забыл сказать еще вот, насчет этих объектов. На самом деле вполне возможно, что это просто ссылка, другая ссылка на тот же самый объект. Питон может тайно от вас экономить на создаваемых объектов и создав, он видит, что тут хелло и тут хелло, да, ну вот как сказать. Ну, абсолютно идентичные объекты, да, да еще и неизменяемый. Строка является тоже неизменяемым типом, да. Вот у меня есть неизменяемый hello, Поэтому, в принципе, почему бы ему не а, ссылаться на нее же, на ту же СТР. Понятно? Так что, в принципе, иногда вы можете обнаружить, что, а, ну, вот вплоть до вот такой ситуации, еще раз говорю, вот А равно 2, ну, давайте, x равно 2, y равно 2, да, и x из y true. Ну, если в интерпретаторе, я имею в виду сейчас вот дело, вот просто прогонять, да, посмотреть на вот это дело, то вполне возможно, что вот это будет вот так, что там будет true. Понятно, что x окажется просто x это y, то есть они с ссылкой совпадают. Ясно? Так, ладно, с экономией я рассказал, значит, этот, э, ну, это с неизменяемыми типами. Короче, ссылки на самом деле могут ссылаться на те же самые объекты, сейчас не суть важно. А теперь смотрите, я могу у изменяемого объекта список, да, у меня есть имя А, которое является ссылкой на... У меня есть имя Б, которое ссылается на вот этот кортеж. Вот я возьму и поменяю содержимое А, на самом деле я меняю ссылку, находящуюся в списке А. Я говорю, А нулевое, то есть у меня первый элемент вот этот, я говорю, равно... Ну что? Ну, false давайте доположим. Что произойдет? У меня вот эта ссылка отвяжется от старого объекта, к которому она была привязана. Объект при этом не изменится. И привяжется к новому объекту false. Типа bull. Понятно? Что происходит? При этом неизменяемый кортеж, неизменяемый кортеж b, он не изменялся его ссылка по-прежнему указывает на изменяемый объект А. Понятно? И получается, что если я посмотрю на состояние B третьего, четвертый элемент B, то окажется, что у меня вроде бы B изменился. На самом деле... Да, изменился тот объект, на который я ссылаюсь, а ссылаюсь я на тот же объект. Поэтому тут иногда бывает нужно аккуратно, с изменяемостью, неизменяемостью. Да? Если кортеж содержит в себе списки, то это такая ситуация подозрительная. Ну, что лучше? Давайте, что лучше. Лучше кортежи в списки погружать. Тем более, выглядит это красиво. И причем применимо вполне. Например, вот такая ситуация. Я хочу... Я хочу... Пробегаться по списку точек. Каждая точка point x, y. Я мог это вам рассказывать, когда я вам рассказывал структурное программирование, мог так невзначай показать. Даже не знаю, мне бы, может быть, и к центральной доске надо бы переместиться, но я ее все резервирую сейчас под еще одну вещь. Так вот. Ну ладно, последняя на этой доске. Вот я возьму и список точек сделаю. 1, 5, Запятая минус 3, 4, запятая минус 7, 2, да, не знаю, 8, 3, да, и 0, 0. Ну, например, На список некоторых точек, которые я собираюсь перебирать для того, чтобы нарисовать линии. Сейчас не принципиально. Да? Важно то, что я как я буду пробегать. Вот мне нужны и x и y. Ну, Во-первых, так можно. Да? Так можно каждый кортежик неизменяемый, то есть я как бы парочку туда всовываю. Кстати, очень удобно бывает делать как раз список вполне однотипным, а вот кортежики будут содержать себе, например, там не знаю, имя и возраст, имя возраст имя возраст имя возраст, да, ну, например, и при этом имя, соответственно, строка, возраст число. Я сделал сейчас оба числа. Как пробегать по такому списку? Как пробегать? Как? Не, ну можно, конечно, индексом. For i in range len a, да? Но уж очень красив был тот вариант, в котором мы а, пользовались for x in a, правда? Я сейчас же не собираюсь модифицировать эти кортежи. Я просто собираюсь доступиться к ним, чтобы, ну, как к контейнеру, вот вывалить из него эту информацию последовательно от начала к концу. Я, конечно, могу сделать именно так, как и было. For x in a, да? Но при этом э, надо понимать, что x это, да, не совсем x, это не координата x, да, а, нехорошо. Давайте лучше назовем его, как его назовем, point, да, pt, pt in a. Как теперь мне доступиться к первому элементу кортежа pt? pt пробегает кортежики, тынц, тынц, тынс, тынц. Да? Как доступиться? Ну, очевидно, pt нулевой, pt первый. То есть, если я захочу сейчас хотя бы... Не переписывайте. Не переписывайте, сейчас будет лучше. А, распечатать. То я буду что сделать? Я буду говорить ПТ нулевой, да, ПТ первый. Очень приятно. Я бы хотел, ну, собственно, содержательно их называть. XY, да? Так вот, оказывается, что очень простой способ есть. Я могу кортежем переменных бежать по списку кортежей. For x, запятая y in a. Было такое или нет? Ну, могло мелькнуть. Но теперь предметно. И тогда у меня, соответственно, кортеж имен X и Y. Да, и у меня X и Y, соответственно, как бы кортеж распаковывается. Я всегда могу распаковать кортеж любой. То есть я могу сделать, например, вот такие ситуации. Я могу взять и сказать. Например, так. Я могу сказать, у меня, ну, не знаю, x равно 2, y равно 3. Я могу взять и сказать, а равно x, запятая y. Какого типа а, кстати? А это кортеж, а это тапл. По умолчанию он мысленно добавляет скобки. Ну, не мысленно. Да, ну, то есть их, в принципе, в некоторых ситуациях, скобки у кортежа в некоторых ситуациях можно не писать. Он догадывается. Да? Ну, мы пользовались присваиванием кортежей, когда кортежу переменных присваивали другой, наоборот, да? помните, присваивание в одну операцию, да, x, равно y, x, Так вот, так ведь можно же наоборот. Я всегда могу взять и распаковать. Я могу, например, x, у y и z заложить туда кортеж А. прошу прощения, только z нельзя, потому что вот здесь возникнет ошибка. У меня для трех имен не хватит длины кортежа. Естественно, при таком присваивании а это как раз то, что называется множественное присваивание, настоящее множественное присваивание. Потому что то, что в языке C называют множественным присваиванием, реально таковым не является. Оно в Питоне тоже есть. Вот такое x равно y равно z равно нулю. Такое транзитивное, да? Дын-дын-дын-дын-дын-дын Всем присвоили ноль. Ну, как его, не знаю, трамвайное можно сказать, да? Но это а, не столько множественное, у него есть другое название. А, не помню. Ка каскадное. Каскадное присваивание. То есть последовательность присваивания. Мы вначале как бы здесь ноль присвоили, потом сюда ноль присвоили, потом. Тут. Понятно? Ничего, в нем... Не... А вот это настоящее множественное присваивание. Я сразу многим переменным присваиваю много значений. Да, ну, вплоть до... Ну, понятно, то есть тут на самом деле кортеж кладется. Да, так почему бы нам не бегать при помощи кортежа переменных по списку кортежей? Это очень бывает удобно. Так, мы с вами поговорили о ссылочной модели, о этом, списке кортежей поговорили, теперь пора поговорить о э, сравнении строк. Давайте со строк начнем. Итак, тема на самом деле такая классная. То есть вот за что можно любить язык Python, так это за работу со строками. Если вам когда-нибудь, не дай бог, не дай бог, придется обрабатывать строки на языке C, желательно именно C не C++. Вот в тот момент вы вспомните о Питоне с чувством ностальгии и скажете: "Ну его, давайте вот все-таки на Питоне". Несмотря на любую там скорость, замедление и так далее. Нет, вы знаете, вот не дай вам бог на чистом C работать со строками. Никогда, never. Вот. В питоне работа со строками это сказка. Вот я сейчас что-нибудь вам расскажу. На самом деле все очень просто. Чтобы узнать, как работать со строками в питоне, достаточно взять, реально, создать строку в интерпретаторе. То есть вот взять интерпретатор, создать строку hello. Да? И после этого написать s и подождать и он вам вывалит все методы строки просто он вот выдаст все что он умеет а он умеет довольно много но например что он умеет он умеет s find ну, я вам говорил реализацию поиска наивного это как раз наивный поиск только он существует встроенный естественно да, то есть внутри строки я могу искать ну чтобы сейчас будем искать например ло кстати, очень интересно, я мог не рассказывать про это, а про сами литералы строки. Ну, вот видите, двойные кавычки, а тут одинарные кавычки. Можно и так, и так. А еще знаете, как можно? Можно вот такие, например, создать... Вот такую строку можно взять и создать. Но я сейчас ее сотру, переписывать не надо или напишите в стороночке, потому что я hello, у меня сейчас тут будет. Давайте вот здесь напишу, а потом сотру, потому что мне это понадобится. Можно вот такую строку создать. Двойная кавычка раз, двойная кавычка два, двойная кавычка три. Да, и вот здесь написать мой дядя. Я специально сделаю обрыв, чтобы быстрее написать самых честных правил. Так вот, что это такое? Это многострочная строка. Вы их видели, вы их видели в качестве документ строки, которая никуда не присваивается, а просто валяется под именем функции. Да? И все. Ну, я вам, кажется, еще как раз показывал для тестирования, там, док-тест, Показывал вам, да, тестирование с этим документом? На самом деле все это на, некий наворот. Изначально документ строки это просто для э, инструмент документации, и еще, а, откуда они дополнительно еще? Ну не то, что прямо они возникли из этого, но в принципе их иногда используют, когда нужно закомментировать кусок кода. Вот мне не нравится вот этот кусочек кода, например, да? Что-то тут не доделано, не дописано, я хочу его убрать из программы, что я сделаю? Я возьму, ну как, нет многострочных комментариев в питоне, мне нужно бежать и везде проставлять решеточку, да? Вообще, кстати, вот глобально, оставлять комменти... комментарий, закомментированный код, нехорошо. Это в целом неправильно. Понятно? Не должно быть закомментированного кода. Не дай бог его кто-нибудь раскомментирует и подумает, что все должно автоматически работать. Так не бывает. Вот. Поэтому если код больше не нужно, его надо смело удалять. Он все равно там в системе резервного копирования там должен у вас по-хорошему оставаться. Не, не надо переживать за него. Старый код надо удалять, негодный. Но если я все-таки хочу закомментировать много строк на время, на секундочку буквально, до следующего комита, я могу что? Все это дело просто погрузить в многострочную строку. И оно будет считать эту строкой, которая никуда не присваивается, значит, ничего не значит. Понятно? А документ строка это строка, которая вроде бы ничего не значит, но на самом деле отправляется в документацию и может быть потом через help вызвана. Это вы, кажется, видели. Так вот, ладно, я к чему? Что вот эта многострочная строка, она содержит переводы каретки. Соответственно, при распечатке такой строки, да, если я такую строчку распечатаю, то я что увижу? Я увижу полноценное мой дядя на следующей строке самых честных на следующей строке правил. А если я просто ее вот так вот выведу в режиме репрезентации, то есть, ну, как бы отобрази, пожалуйста, что что такое, то он мне напишет ее вот так вот. Он напишет, мой дядя, да, перевод каретки, касая N, самых честных, касая N правил. Понятно? То есть он на самом деле вполне понимает, что это объект строка, не, то есть тройные кавычки не являются частью строки. Это просто наш способ ему представить то, что называется литерал. Можно так, можно так. Ну, как число. На самом деле число в памяти. Как оно хранится? В какой системе числения? В двоичной? А может быть и нет? Не, ну, скорее всего, в двоичной системе числения хранятся числа в питоне. Но я имею в виду целые числа, они же там с длинной арифметикой. То есть там число-то ого-го цифра может иметь, значит, оно по крайней мере нестандартное. Поэтому там вообще вопрос, в какой на системе счисления. Может, там реально циферки хранятся десятичные. Ладно, так вот, э, но я же могу числа-то тоже вводить в разных системах счисления, да? Кстати, вот я про, когда про числа говорил, я не сказал, что в питоне, по-моему, чуть ли не с версии 3.6, совсем недавно. Или даже 3.6.2. В общем, совсем недавно появились такие замечательные разрешенные литералы чисел. Это так, заметка на полях, но тем не менее, знаете, как можно число ввести? Представьте себе, что мне нужно сделать число, которое соответствует банковской карточке. Ну, номеру 16-значному, да? 1, 2, 3, 4. А теперь внимание, подчеркивание 5, 6, 7, 8. Подчеркивание да, 9, 0, 1, 2. Подчеркивание 3, 4, 5, 6. А? В числа в питоне теперь можно вставлять значок подчеркивания. Ну так просто в качестве разделителя. Но мы же в реальной жизни в длинных числах мы их разделяем слегка, да, там по три цифры друг от друга. Ну а здесь что по три ограничим? Ну может по две мы захотим, может по четыре, как удобно. Подчеркивание можно. Но ну, это так, это мелочи. Это к тому, что вот я сейчас про строки рассказываю слегка, что можно и так, и так, и так задать одну и ту же строку. Да вот, вот так задали, а можно так было задать ее. А можно было в одинарных кавычках задать. Да? Ладно, я не буду сейчас рассказывать про экранирование внутри строки, но в принципе могу устно сказать, что внутри строки, которая в двойных кавычках, одинарная кавычка может вполне использоваться. Ну, например, да, s равно... В двойных кавычках I'm a student. Да, э, ну, в английском языке для апострофа используется одинарная кавычка. Не вот, это вот, не, вот, не вот эта вот штучка, которая над эскейпом, да, не еще там, а именно одинарная кавычка. А как вы ее поставите, если у вас одинарные кавычки по крайней Ну, сложно, можно, но сложно. Тогда вам придется ее экранировать. Тогда вам придется ее добавлять символ экранирования. Можно так сделать. В одинарных кавычках, но тогда вы говорите ее: экранирую кавычку. Ладно, рассказал про символы экранирования. В тройных кавычках можно и те, и те пользовать. Угадайте, как в тройные кавычки поместить тройные кавычки? Ладно. Значит, двигаемся дальше. Про строки. Значит, во-первых, много чего можно, да? Значит, можно искать, есть find, есть r. Кстати, find возвращает минус 1, если не найдено под строка. Если там под строка, которой нету. Да? Так, ну, 0 является корректным местом, потому что это будет, если вернется 0, то это будет знать, что вот эта подстрока она находится в самом начале. Так, и еще какие еще методы интересные есть? Ну, можно посчитать количество вхождений. То есть, например, можно s. Count, ну, x равно. И вот здесь, вот на самом деле, ну, тут он вернет, кстати, двоечку. Да? Давайте тут я сохраню. X равно s. count L. Посчитаем, сколько там буковок L. Не обязательно буковки, можно под строки считать. Вторичные вхождения под строк не считаются. То есть для такой ситуации, когда у меня будет, например, а вот строка равна а Возможно, какие варианты? Да, я тоже это просто в интерпретаторе. S.count, Посчитай, сколько раз встречается ААА. Вот есть несколько вариантов. Если бы мы сюда запустили кнута Морисопрата или Z-алгоритм, то по-хорошему он должен найти все вхождения. Да? То есть и это, и это, и это, и это. Да? Правильно? Но стандартный алгоритм подсчета, он подсчитает количество вхождений вот так. Посчитал, посчитал, два. Он не будет вот эти повторные вот такие вот перехлесты, Все эти сложности от него это, убраны. Но это так, на всякий случай, если вы это будете использовать где-то вдруг, не дай бог. Лучше пользоваться своим алгоритмом, если вам нужна четкость. Нет, я неправильно говорю. Не надо делать свой велосипед. Не надо делать свой велосипед. Если вам надо тупо найти строчку в тексте небольшом, и вы знаете масштабы, да воспользуйтесь вы вот этим файндом и не парьтесь. Он написан, протестирован, давно работает. Но если вы понимаете, что вы ищете как какой-нибудь белок в геноме, то, извините, да, ваш файн накроется на масштабе. Да, то, что асимптотика, она сожрет просто его. И там не все так просто будет. Ладно, вернемся к... Да, 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 поехали вперед. Теперь... Replace, replace. А, значит, я могу вызвать вот такой вот метод. Называется replace. Replace ААА БББ. Ну или B -B, Давайте. Что я должен видеть? Как вы считаете? Что я должен видеть? Я печатаю строчку S. Print S. Что я увижу? А? Нет? Угадайте. Не угадали. Я увижу шесть букв А. Почему? Потому что строка является неизменяемым типом. Объект строки, будучи созданным, таковым и остается. Строчку нельзя изменить, это очень важно. Давайте вернемся, ну и в этот файн. Давайте вот hello у меня есть, я покажу вам. Вот, вот так вот. Вот я могу добыть конкретный индекс строки. Ну, например, S, какой буковку? Буковку E, S1, да? Это буковка E. Так вот, я не могу вот так вот взять и сделать. Вот так вот нельзя. Категорически, не так нельзя. Это ошибка. Нельзя присваивать в строчку новые значения. Строка неизменяемый тип. Вы поняли? То есть то, что можно в языке Си, то, что можно в языке Pascal, почти везде вроде бы можно, почему же в питоне нельзя? Знаете, я вам отвечу. Дело в том, что в питоне. А, строчки хранятся в кодировке Unicode, UTF-8 конкретно. Неравномерное кодирование UTF-8. Представьте себе, что у меня здесь не Hello написано, а у меня там написано, а, ну, например, <къем> а, сейчас, секундочку. <къем> сейчас я вспомню, как это правильно пишется. Ну, вот какая-нибудь вот такая вот каркозябринка. Ну, условно. А вот, вот такая вот. Три, три буквы написано. Три корейских иероглифа. А четвертый неправильный написал. Нет такого. Там как-то, ну, какой-то другой надо нарисовать. Сейчас не суть важно. Значит, этот, чего-нибудь там вот такое вот условно. Понятно? Ну, вот корейский иероглиф, как вы думаете, сколько байт занимает в строке? Но точно не один. А? Ну, до шести. От 1 до шести байтов а, длина а, одного символа в кодировке Unicode. И она разная. Да? То есть, вот, например, можно тут написать. Тр -та, тынс, 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 тире, фул. Да? Ну, как Вася дурак. Джан пон фул. Значит... Так вот, я беру и вместо. То есть на самом деле каждый символ кодируется каким-то разным количеством байт. Здесь там, не знаю, допустим, 4, 4, 4 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1 2, я беру и заменяю его однобайтным символом. А что мне с остальными делать? То есть, я не могу, не могу просто. Строка на самом деле может быть многомегабайтный. Вот такое присваивание в середину строки, но если бы я реально его пытался реализовать, оно бы привело к тому, что мне нужно все остальное подстыковать. Это очень большущая операция. В общем. Строки в питоне неизменяемые. Это связано с типом кодировки. Там кодировка современная, хорошая, неравномерная Unicode кодирование, которое позволяет в строчке любые символы любых алфавитов поддерживать. Мы платим за это невысокой ценой. На самом деле есть еще плюсы в неизменяемости строки, но мы должны запомнить, что самое главное, что мы должны запомнить, что строки неизменяемые никогда. Возвращаемся к, возвращаемся к реплейсу. Так что же делает реплейс? Replace создает новый объект строки. Если я его никуда не сохраню, то он мне про него, конечно же, напечатает в интерактивном режиме, а в неинтерактивном так он молча его создаст и выбросит. Ну как выкрасить и выбросить? Мне для того, чтобы сохранить новую строчку, мне надо сказать так. Ну, например, не знаю, t равно s.replace. То есть t является строкой s, в которой заменены сочетания 3a на 2b. Понятно? Ой, <свист> ой, простите. Нет, не простите. Все правильно написал. <свист> Все правильно. Так, ну что же, мы, кажется, готовы, да? Мы, кажется, готовы и можем в следующий Следующий слайд про строки. Срезы строк. Срезы строк. Сейчас я вот подумаю, как лучше это показать вам. Может быть, на срезах списков. Но давайте все-таки срезы строк вначале. Итак, у меня есть строка "хило". Строка Хило. Давайте ее прям выпишем отдельно. То есть у меня, по сути, да, есть символы, составляющие строчку. Кстати, как вы думаете, какой тип символа в Питоне? Говорил я про это или нет? А, строковый. Символ это строка, состоящая просто единичной длины. Ну, кстати, я, может быть, не говорил, что у строки можно спросить длину. Лен от S. Да? То есть Лена от S, как и для списка, строка сама помнит, какой она длины. Да, она скажет, что в ней там 5 символов, да, то есть, если это тело, она мне скажет, что 5 символов в ней. Так вот, вот у меня есть соответствующие символы. Скажите мне, пожалуйста, какие у них индексы? Какие у них индексы? Ну, очевидно, начинается от нуля да, и заканчивается на единичку меньше, чем длина строки. Да? Ок. Но оказывается, есть возможность индексации от конца. Вот про это я, кстати, говорил у списков. Да? Минус первый этаж. Минус первый элемент строки. Это последний символ. Минус второй предпоследний. Минус третий пред... ну, в общем, и так далее. да Кстати, обратите внимание, что в этом случае, поскольку начинаю не с минус 0, а с минус, минус 0 равен нулю Тут нечего было бы сравнить. Да? А тут, начиная с минус 1, дохожу до минус 5. Да, то есть минус лен. А? Минус 6, Ошибка. Индекс error. Точно так же, как если попросить пятый индекс error. Выход за границей индексов допустимых. Ну просто надо знать, что отрицательные индексы в питоне, они иногда бывают очень удобны, особенно минус один. Это прям вот S минус первый, последний символ строки. Красота. А теперь смотрите. Оказывается, оказывается, в питоне можно взять и отрезать нужный кусок строки. Я вам помните, когда мы занимались там чем там? наибольшей общей под последовательностью, что там этими а, со строками, там, что Лювенштейна мы что ли писали? Я говорил вам о кусочке, говорил, и срез, срез. Так вот, эти срезы на самом деле а, являются действующими инструкциями, которые в питоне просто работают. То есть я могу взять и сказать, например, я могу сказать, что S1 Равно S, начиная от первого по четвертый символ. Хм, не включительно. Здесь очень простой принцип. Да, давайте я напишу общий принцип срезов. Срезы точно так же, как функция range. Start, stop, step. Start, stop, step. Ой, простите, какие запятые. Двоеточие. Двоеточие. При этом старт является индексом, который, с которого начинается срез. Стоп является недостигаемым индексом. Да? Степ является шагом. Опа! Забыл, что я про это еще не сказал. Но его степ является необязательным. Параметром можно не писать. Да, можно не писать на самом деле. Принцип тот же самый, как у арифметической прогрессии range. То есть, если я говорю 1,4 по умолчанию с t правильной единички, значит, он, начиная с первого по четвертый не включительно, да, то есть 1, 2, 3, то есть елало. То есть вот этот срез 1,4, он у меня будет ELL. Давайте так, я сейчас не буду присваивать этот срез в какую-то строчку, а я буду его просто вот как вызываю, этот срез, и он мне печатает, чему он там равен, как в интерактивчике таком, да? Елало. Угу, угу. Давайте еще какой-нибудь срез попробуем. Делаем с шагом 2. С, начи, вот я хочу с шагом 2. Давайте с первой позиции по четвертую с шагом 2. С 1, двоеточие 4 на да, двоеточие 2. Отлично, что он сделает? Он вот эту букву возьмет первую и третью. Ну, я увижу ел, да, просто буквы одинаковые, может, слово не очень удачное, но ну. понятно, о чем речь, да, и какую букву он взял, тоже понятно. Подождите, а если я могу с шагом 2 ходить по строке, может быть, я сейчас хлл, о напишу, да, о, вот так, через один символ выберу. Да, давайте попробуем. Как мне написать? Мне надо написать, начиная от нуля, да, докуда? До а? До скольки? Ну, 5 является недопустимым индексом. Да, индексом 5 является недопустимым. Если я обращаюсь к одному конкретному символу, да, то есть я беру как бы микросрез строки, стреляю в конкретный символ, которого нет, он говорит, извините, индекс error. Но если я указываю ему 5 сюда, никаких проблем. 0, двоеточие 5, двоеточие 2, 2. Пожалуйста. То есть в этом случае он это стоп, а не индекс. Да? То есть, это индекс, обозначающий стоп. То есть, он все равно не достигает, не будет туда лезть. Но я вам больше скажу. Дело в том, что строка ведь знает, какой она длины. Правда? Поэтому, если я тут напишу 50, то ничего страшного не будет. Оно остановится. Я все равно увижу ХЛО. Все равно у меня срез будет ХЛО. Да? В этой ситуации. То есть он просто раньше остановится, чем длина строки. А если я хочу прям вот строчку просто через один символ от начала до конца. Ну, с кусок строки от начала до конца через один символ взять. Что в этом случае я должен? Ну, да можно написать какое-нибудь большое число, 5000. Да? Можно? Не стоит. Знаете, бывают иногда и длинные строки. 10 тысяч символов в строке. В этом случае получится, что вы необоснованно отрежете и выкинете кусок строки, хотя вы вроде бы заявили в контракте функции, заявляете, что она будет каждый второй символ обрабатывать. Да, там каждый второй. Понятно? Мне надо, это, чтобы этого стопа не было. Вот чтобы стоп отсутствовал, чтобы он бежал до конца строки. Нет, конечно, я могу взять и написать вот так вот. Да, могу написать вот так вот. S от нуля до лен S. Могу я так написать? Да, пожалуйста, могу я так написать. Но фишка и простота питона в том, что этого можно просто не писать. То есть я пишу... Я пишу. Сейчас я прям тут же сотру и тут же напишу. Я пишу просто S... 0, двоеточие, двоеточие 2. Это как бы значит от нуля до, до края. Но самый смешной срез, знаете как выглядит? Сам, ну, один из самых смешных срезов выглядит вот так. S. Да, первую границу, левую границу тоже можно не указывать, если это от края. Там вот такой срез. Двоеточие, двоеточие. Чему равен этот срез? От края до края шаг не указан, значит, он какой? Единичка. На самом деле не обязательно второй. То есть для того, чтобы вот такой срез сделать, достаточно вот так. Это срез строки от края до края. Естественно, он равен самой строке. Зачем такой срез может быть нужен? Вроде бы не зачем. Вроде бы ни зачем, ведь все равно строка не изменяемый объект, а список. Дело в том, что вот то что, то, что работает для строк, а срезы, естественно, работают для строк, раз я про них рассказываю, работает и для списков. Можно изготавливать новый список на основе существующего. То есть, если у меня есть список, в котором у меня хранятся числа. Ну, давайте я туда разложу числа равные собственным индексам. То есть я в, в список А положу в список А положу 0, 1, 2, 3, 4. Да? Что я э, увижу? Я сделаю А от 1 до 4, я что увижу? Я увижу новый список 1, 2, 3. Внимание! А изменится ли А, если я взял у него срез? А? Нет, А не изменится. Здесь я создаю новый объект и по-хорошему я должен был бы его куда-то присвоить. Я должен был бы сказать, ну как-нибудь там, B равно срезу А. Понятно? Я почему сейчас этого не делаю? Просто я сейчас не... Ну, в интерактиве просто пока, чтобы сразу распечатывалось, чему он равен, и все. А на самом деле, конечно, изготовленный срез списка, наверное, он мне нужен для присваивания. Здесь очень важно понимать асимптотику этого коварного дела изготовление нового списка на основе существующего списка – это емкая операция. Ваш список может занимать гигабайт. Понимаете? А вы на его основе делаете новый список. То есть вы одним единственным действием создаете новый гигабайтного размера объект. Ну ладно, я перегибаю, может не гигабайт, но сотни мегабайт в легкую. Понимаете? Создаете огромный новый объект, да? которое потом, может быть, возьмете еще и легкой срок руки выкинете. Вы можете не осознавать, если пользуетесь срезами неаккуратно, не осознавать масштабов происходящего. Не надо думать, что питон, он такой плохой с точки зрения скорости или использования памяти. Не надо думать, что он совсем плохо, вообще ужас какой, только вот так макетик на нем набросать и все. Нет, Просто бывают программисты, которые не умеют им пользоваться, которые не понимают стоящие за, за, за мощными инструментами асимптотики. Но как представьте себе, что человек а, ездит на автомобиле, который может <laughs> выдать скорость там превышающую все просто, да, и он ему говорит там, нажимает на газ и разгоняется там сразу в 100 километров, да, и потом тормозит резко, да, и он вот такими вот рывками перемещается. Он не экономит бензин, он просто вот тыш, 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 раз бензин, еще подать, еще подать, раз, все. И вот он как бы не думает о топливе. Вы все-таки должны понимать, что в каких-то моментах действительно легче ездить на функциональном и мощном автомобиле, правда? Вот точно так же легче а, работать в языке, которым не надо каждый раз. А представьте себе, это будет Си или какой-нибудь Паскаль, и вам надо изготовить на основе какого-нибудь массива, в Паскале вообще там же еще с хранением разнотипных элементов, там вообще вопрос возникнет. Как их? Да ладно, массив однотипных элементов. Вам надо изготовить второй массив, который будет с каждый второй элемент содержать. Да вы грохнетесь, чтобы это сделать. На Паскале или на Си. Ну не грохнетесь, но это будет тратить строки. А, здесь просто раз и все, и создали. Ладно, короче, я сейчас еще раз говорю и возвращаюсь в интерактивный режим. То есть я создаю и выбрасываю, просто чтобы показать, чему равны срезы. Соответственно, это что? От 1 до 4 с шагом 2, то у меня, поскольку там хранится 0, 1, 2, 3, 4, получается, что это у нас 1, 2, ой, простите, 1, 1,3. Но заодно, кстати, видно, что же реально там в срезе находится. Да? Здесь у меня что? 0, 0, 1, 3. Ой, простите. Да, все правильно. Нет, 0,24. 0,24. <coughs> Срез строки – это строка. Срез списка – это новый список. Но есть все-таки между ними отличия. Есть между ними отличия. Кстати, вот интересный момент. А вот это, это что такое? Вроде бы тот же самый список. Ой, 5 там нет. Вроде бы тот же самый список. Но если я сохраню его в B, дальше я посмотрю, спрошу, B равен А, Питон скажет мне true. Он умеет, кстати, я не говорил, Питон умеет сравнивать строки на равно-равно. S1 равно равно S2. Он возьмет и по символьно пробежится. Вот то, что вы писали там, equals, да, строка равна другой. Это встроено стандартное сравнение строк равно равно, оно как раз это и делает. Кстати, строки можно сравнивать больше-меньше, будет словарный лексикографический порядок. для разных символов из разных алфавитов он будет по кодам Unicode действовать. Так вот, Вернемся к спискам. И списки он умеет сравнивать. Знаете как? Лексикографически он сравнивает списки, лексикографически. Но если они равны друг другу, то он сравнивает их на фактической, и длина должна быть равна, и каждый элемент должен равняться другому элементу. Да? При этом объекты могут быть разными, но они равны друг другу. Вот в данном случае у меня B и A это разные объекты списков. Они равны друг другу, но B из A – это неправда, это false. Почему? Да потому что я, когда делал срез, вот этот вот, когда я изготавливал срез и присваивал его имени B, то есть я создал новое имя B, ссылающееся на новосозданный объект. Я создал новый объект, и B – это не A. Они, я создал дубль A. Понимаете? Таким образом, я теперь смогу модифицировать A… А нулевой равен 100. В А у меня там теперь 100, а в Б там что? А в Б там по-прежнему 0. Понимаете? Круто. Потому что иначе бы произошло изменение и того, и другого. Понятно? То есть вы помните, да, когда я рассказывал про списки, я вам говорил про ссылочную модель, напоминал про нее. Что если бы я просто присвоил, то тогда у меня было бы и тут true, и тут, если бы было просто присваивание без среза, то я просто ссылаюсь на тот же самый объект. Но, кстати, это хорошо. Это хорошо. А зачем реально тратить время и память на создание нового объекта списка? Правда? Надо это или нет? Во многих ситуациях это не надо. Зачем? Пользуйся тем же самым списком просто по ссылке. Пусть у него будет новое имя внутри функции или где-то еще. То есть ты себе ссылочку взял, с ним поработал и все. Ну, не трогай, если как бы не надо, чтобы ты его изменял, не изменяй. Функция сортировки, наоборот, кстати, было надо изменять. Мы же ссылкой как раз пользовались, чтобы изменяемый объект списка отсортировать. То есть надо изменять, изменяй. То есть просто осуществляй контракт и все. Вот в данном случае он бы увидел 100. То есть он бы увидел, что они... Ладно, это напоминание еще раз про ссылочную модель и изменяемость списков. Так, еще один забавный срез вам не показал. Давайте еще один срез вам покажу. Думаю, что может быть это последний. Вот такой вот. А. От края до края с шагом минус один. Я не зря говорю от края до края. Это не значит, что от начала до конца. Если шаг отрицательный, то это будет от конца к началу от последнего символа, ну или элемента, к первому. Да, и давайте еще кое-что, немножко микропрактики, ну на доске, но тем не менее, немножко микропрактики. Давайте возьмем какую-нибудь строчку. S равно A, B, C, D, E, F, G, 8, достаточно. Я возьму сейчас и скажу, S равно S. То есть я сейчас изменю имя S, оно начнет указывать на другой объект. На какой объект? На объект, построенный на основе той же самой S. То есть старый объект у меня сейчас во время вычисления этого выражения будет использован, а потом выброшен. И S начнет ссылаться на новую строчку. Это к тому, что если какой-то еще x будет указывать на s, ну, на тот же старый объект, то от этого x не изменится. Да, ну, вот я сейчас специально вот тут вот напишу, x равно s. Сохраню ссылку на старую строчку. А s равно, говорю, s равно чему? А давайте по вот побалуемся со срезами. Я хочу создать строчку, которая состоит из исходной строки, только я вначале беру символ a, c, e, g. Да? Нулевой, второй, четвертый, шестой. Да? А потом после этого HFDB. HFDB в обратную сторону с шагом 2. Понятно? Что я сделаю? Я скажу, s равно старой s от края до края с шагом 2. Плюс s от края до края с шагом минус 2. Все. Захотели модифицировать строчку и создать. То есть, и чему будет равна S в итоге? Чему будет равна S в итоге? Она будет равна A C E G A T -E G и Х F, Д Х Ф Ясно? Так, еще немножко микропрактики, но теперь со срезами списков. Оказывается, срезы списков создают новый объект списка не всегда, а только тогда, когда они находятся справа от оператора присваивания. В этом случае, да, создается новый объект списка. Но оказывается, можно взять... Вот я создам список А. Давайте я еще раз его. 0, 1, 2, 3, 4, тот же самый. Возьмем срез А от начала, от начала до конца, ну давайте 0, двоеточие, ну давайте не до конца, давайте. До символа 3, например. Или давайте даже до, до 2 от 0 до 2. Какой кусок у меня получается? Э, ладно от нуля, ладно от нуля до трех все-таки. Простите за перестановки. Возьмем срез А от нуля до трех и внимание присвоим в него. Немножко бреда, да? Как подождите, мы только что сказали, срез создает новый. Нет, тут он ничего не создает. Я присваиваю в срез это не создает нового объекта списка, а является куском моего списка. То есть я говорю как бы в кусок моего списка. И что я сейчас делаю? Я сейчас в этот кусок списка могу положить что-то другое. Естественно, только список. Что я положу туда? Давайте 10, запятая 20, запятая 30. Что получится? Получится вот такое. 10, 20, запятая 30, запятая 3, запятая 4. То есть он заменил вот этот кусок списка на вот такой кусок списка. Как он? А да. Другой длины можно? да, хороший вопрос. Очень хороший. Действительно, туда можно впихнуть список другой длины. Для чего это можно использовать? Ну, например, мы хотим что? Вставить какой-то элемент в середину списка, заменив там, не знаю, один, сим, один не символ, прошу прощения, один элемент на много элементов, на пяток сразу. Да? Нам по-хорошему нужно было бы что делать? Ну, сдвиг элементов, то есть вот эти переносы все, да, вот копирование по элементной, да? На самом деле оно будет сделано. Не надо думать, что Питон магию какую-то может сделать, и у вас список просто так вставится элемент в начало списка, и никакого сдвига вправо по элементного не будет. Будет просто он будет сделан молча. Давайте я покажу вот эту ситуацию. Но в этой ситуации никакого сдвига нету, просто ровненько элемент в элемент вошли. То есть 10 пошло сюда, 20 пошло в единичку, 30 пошло в двоечку. Ну, на самом деле, куда в двоечку? В смысле, у меня новые объекты, они вот здесь создаются, а в объекте списка ссылки на них просто меняются, и все. Так вот, возвращаемся к изменению списка с этим, вот я возьму теперь и в тот же самый А от 0 до 3 возьму и присвою список, содержащий один единственный элемент. 0. То есть что? Я возьму 10, 20, 30 оттуда удалю и туда положу просто 0. То есть у меня получится что? 0, 3, 4. А на самом деле можно даже что сделать? Взять и удалить. Да? То есть можно взять и просто пустой список присвоить туда. Значит, взять и удалить кусок списка. Понятно? Срезы с двумя параметрами никогда не приводят к ошибкам. Срезы с двумя параметрами к ошибкам не приводят. Да и с тремя параметрами на считывание, когда я получаю новый объект, ошибки не выдадут никогда. Если у меня есть список, ну, например, с элементами индексов от 0 до 4, я вполне могу взять срез. Кстати, я не говорил о том, что можно отрицательный индексы использовать. Можно. То есть вот здесь вот тут вот в старт и стоп можно использовать отрицательный. Ну, в смысле вот с отчетом от конца. То есть я могу, например, начиная от минус пятого по минус двоеточие минус второй. Да, вот так вот взять вполне могу. Что хотел? Я хотел показать, что эти срезы никогда не вызывают ошибок срез с двумя параметрами ошибок не вызывает. Я могу вполне написать здесь а от 1000 до 2000. Ну а у меня вот такой маленький, коротенький. Ошибки индекса нету. Ой, простите, двоеточие. Вопрос какой-то был. Сейчас с вставкой с шагом, сейчас скажу. Вставка без шага, она с заменой может, ну, в смысле, с изменением длины может быть. А почему нет ошибки? Что за срез получится такой? Там есть элементы в этом диапазоне. Там элементов нету. Просто пустой список. Понятно? То есть если срез с двумя параметрами он безошибочный, но не попал, мы взяли диапазон, в котором просто список элементов у списка нет. Ну пустой срез получился. Понятно? Так. И а, спрашивает ваш однокурсник спрашивает, а со, если присваивать в срез с тремя параметрами? Ну, во-первых, можно или нельзя? Ответ – можно присваивать. Давайте присвоим. Вот у меня есть список 0, 1, 2, 3, 4. Я в срез с тремя параметрами от начала до конца с шагом 2. Что присвою? Ну, давайте 10, 20, 30. В этом случае у меня получится что? 10, запятая 1, запятая 30. Да, то есть у меня элементы действительно вставились через 1. А если я попытаюсь написать запятая 40, вот в этом случае у меня произойдет ошибка. У меня произойдет ошибка. Присваивание в срез с тремя параметрами не может заменить кусок, потому что непонятно, как вырезать, что выкинуть. Понятно? Мы должны тогда точное совпадение длины сделать, среза в, который я присваиваю, и того списка, который я туда закладываю. Кстати, можно баловаться и класть в срез-срез. То есть я могу на самом деле вот эту штучку туда положить. Например, могу положить туда сам же А э, в обратном порядке. Да? А от начала до конца с шагом 2 я туда кладу срез А. От, начала, от конца до начала с шагом минус 2. Учитывая, что у меня здесь а, список имеет нечетную длину. Да нет, причетный при нечетный будет на самом деле-то. Причетные там были бы разные содержимые. А здесь у меня те же самые числа будут разложены. То есть он у меня что сделает? Он у меня единицу и тройку оставив на месте поменяет местами соответственно 0 и 4. Но сделает он это не методом поэлементного присваивания. А знаете как? Вот помните, как я вам говорил кортежное присваивание, да? Как, а, когда рассказывал присваивание с тремя переменами, то мы там стаканы и воды и молоко меняли местами, да? И нельзя было вот одновременно подкинуть и воду и молоко. А здесь именно как, как это вот мы берем, как в, в питоне множественное, когда x y равно yx, как два блина на сковородках раз и поймал. Да, вот здесь вот я беру и целиком Вначале беру срез, создается временный, для вот этого создается временный объект списка для вот этого среза. Да? И в, список, в, срез списка А, то есть в его кусок, в его элементы закладывается. Это дело такое, оно мощное по количеству операций. Не нужно думать, что здесь все вот а, легко это произведется. Если список А длинный, то эта операция очень долгая. И, а, и ресурсоемкая, потому что это еще и памяти требует. Между прочим, если вы не будете халтурить и захотите эту операцию сделать руками через цикл for, то она потратит меньше памяти. Вам реально для того, чтобы вот это сделать зеркалирование нечетных элементов, ну, точнее, с четными индексами, элементы нечетные, вам на самом деле дополнительной одной переменной хватит. Понимаете, вам не нужно реально целый объект в количестве равном половине количества элементов вам не надо. Представьте, что у вас гигабайтный список. Вот эта операция, она не красивая, простенькая, но она не является алгоритмически оптимальной по памяти. По времени она неизбежна. Вам нравится, скажите? <сí <предыдущий> <сíгодная> <сíгодная> не всем я вижу. Так, ладно. Значит, мы с вами познакомились со срезами, с присваиванием в срез. Есть еще кое-какие интересные вещи, которые ä, можно делать с Можно делать со списками. Я все-таки расскажу вот это, наверное, а потом будет пирамида, если успе... я думаю, успеем. Кроме стандартной функции LEN, со списком, можно дел... со списком чисел можно делать некоторые еще вещи. У стандартного списка... Есть такие методы, не методы, а функции, как суммирование, поиск максимума, минимума. То есть я могу взять этот А и сказать, S равно сам А. Все, я просуммировал список А. Ну, для э, строк это не работает. Если там были бы строки, то он бы их не сконкатинировал. Для строк по-другому надо. Но, пожалуйста, вот, вот так можно для числовых списков. Числа могут быть там любые. Он к начнет от нуля и будет прибавлять к нулю элементы. Может, ну, теперь-то вы это умеете, если что, сами всегда сделать. да? На самом деле несложно. Что еще я могу сделать? Я могу найти, например, m1 равно max от a. да? М2 равно мин от А. Поиск максимума, поиск минимума в списке. Так, что еще? Список строк. Список строк. Это список чисел. Неважно сейчас каких. Список строк. На самом деле в питоне есть замечательная функция reduce. Но она находится внутри модуля функционального программирования, и эта функция reduce позволяет осуществлять а, редуцирование списка любого, даже на самом деле не обязательно списка, любой итерируемой последовательности, в частности, например, арифметической прогрессии. Так вот, редуцирование, например, при помощи операции умножения, чтобы перемножить все друг на друга, или при помощи какого-нибудь исключающего или. Понятно. Можно взять и э, это все друг с другом попарно вот так вот взять и очередной элемент туда пришвартовать. Но мы не будем сейчас про нее рассказывать, рассказывать, да? Значит, э, и вообще есть много интересных вещей связанных с обработкой списочных последовательностей. Очень много интересных вещей. Значит, в частности генераторы, я про них бы еще немножко поговорил. Так, список строк, список строк. Что интересного может быть со списком строк? Оказывается, у строки есть парочка замечательных методов. Представьте себе, что у меня есть список... А, да, давайте начнем со строки. У меня есть строка. Вот я взял и считал input. И тут говорю, введите ваше фио. Фио. И человек меня послушно ввел фамилия пробел, имя пробел, отчество пробел. Замечательно. А я бы хотел взять и, ну, например, Иванов Иван Иванович. А я хочу, например, Иван Иванович Иванов написать ему в ответ. То есть мне нужно их аккуратно разделить по пробелам, да? Разодрать в список строк. Как мне это сделать? Оказывается, очень просто. Я могу взять и написать А равно С точка Функция сплит является методом строки, то есть она через точку к строке вызывается. Ей можно указать символ, при помощи которого я буду разделять. Но указывать ей пробел не стоит. Знаете почему? А вдруг человек напишет «Иванов пробел, пробел, Иван, пробел, 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 Иванович». В этом случае у меня возникнет если я буду одним пробелом считать, один пробел считать за разделитель, то у меня возникнут два рядом лежащих пробела, у меня возникнет пустой, пустая строка, как элемент списка строк. Понимаете? А если я не укажу, то по умолчанию, по умолчанию он будет считать несколько разделительных символов, несколько пробелов, а может и табуляций даже если ну, перевод каретки в input не попадет, наверное, да, но, тем не менее, да, несколько пробелов и табуляций будет считать за один разделитель между значащими смысловыми словами. Поэтому просто сплит иногда бывает. Но с другой стороны, если бы я не фил спрашивал, о а date time, например, и хотел бы hours, minutes и seconds выделить, то мне бы, может быть, было бы удобно в качестве разделителя двоеточие использовать, да? Тогда бы он мне выдрал отдельно часы, двоеточие выкинул, дальше минуты, двоеточие выкинул, секунды. У меня был бы кортеж, прошу прощения, список из трех, из трех все равно строк на самом деле. Ладно, я удаляю все, пишу, оставляю просто пустые круглые скобки, это работает, работает хорошо. S. Split, круглые скобки. Вызвал метод строки S. А это кто? Вот я сказал, что там ввели Иванов Иван Иванович, теперь у меня в А хранится список Иванов, Иван, Иванович, ок, понятно, да? Я хочу Ивана записать а верхним Иван большими буквами или а, давайте Иванова напишем большими буквами. Для этого я сделаю что я говорю я нулевую нулевой элемент списка, то есть вот эту строчку да, я делаю что с ней? Я говорю, равно А0.Apper. Ну, это один из методов. На самом деле, я вам рекомендую вот то, что я сказал. Посмотрите S. -точка в интерпретаторе, где S это ⁇ это стр строка. Посмотрите, там так много разных методов. В частности, метод, преобразующий все символы строки в Uppercase, делающий заглавными. Lower, Тайтл, американский титл, где Camel Style у заголовка каждая первая буква слова большая. Какие-то еще... В общем, там много разных есть вариантов, и они действительно бывают полезны в жизни при обработке строк. Конечно, есть и другие скриптовые языки, в которых обработка строк делается вот так. Есть языки, которые специально сделаны для обработки строк они даже не считаются иногда языками программирования или вот на серединке находятся, там АВК есть, например. Вот язык это программирование или нет? Ну, наверное, тюринг полный даже. Но я бы на нем ничего не программировал, кроме обработки строк. А строки все, все прекрасно. Перл есть. На перле тоже говорят, вроде со строками классно. Вот. Но зачем нам в какой-то там перл лезть, если в питоне работа со строками прекрасна. Прям вот и, и я вам даже сейчас передать не могу. Много чего можно сделать. Одно присваивание в срез, вот эти все методы они много чего дают. Ладно, давайте я покажу, что еще с, с этим. А, у меня есть список строк. Вот я взял и первое слово сделал большим буквами. А теперь хочу склеить обратно это дело. Давайте через дефис склеим. Для этого я беру и новую строчку. Могу в старую присвоить. Давайте я в старую присвою. Ну, в смысле, в старое имя. Старый объект строки он останется существовать, если на него есть ссылка, либо будет съеден сборщиком мусора. Но в любом случае, я в старое имя это делаю. Я говорю s равно дефис точка join а. Что я делаю? Я говорю разделитель точка соедини список а. Join является методом не списка, а строки. Но параметр его это должен быть обязательно э, список строк. Вру не обязательно список, может быть, кортеж или другой какой-нибудь списочного характера. То есть итерируемый объект, содержащий только строки. Так, давайте с вами немножко успеем про кучу. Я рассказал э, почти все, что хотел. Почти все, что хотел. А еще какие-то фишки я, конечно, введу вам в следующем семестре. А... У питона большое богатство возможностей. Я а... придумал такое сравнение языков программирования с лужем, океаном, морем. Показывал я вам это сравнение? Нет? Нет? Ну, вот если сравнивать... Давайте, у меня там еще доска есть. Если сравнивать питон... И другие языки. Вот давайте пятерочку, которые входят в ЕГЭ. В ЕГЭ входит пять языков программирования для того, чтобы на них примеры писать. Один из них это Кумир школьный алгоритмический язык программирования. Это прекрасная, замечательная лужа. Прекрасная лужа, на которой невозможно написать полноценную программу. Она исключительно это учебная. Зато дети не утонут. Там нет указателей, там нет ссылочной модели, там там ничего плохого не сделаешь. Там нет мощных вещей. Ну и слава Богу. Там а, Что еще входит? Паск... А, ну, Basic, давайте я Basic даже не буду писать все-таки. Паск... Я про Basic. Basic был первым моим языком программирования когда-то давно. Вот. Но это было так давно, что я его забыл. И слава Богу, у меня остались романтические, но не самые лучшие воспоминания. А, что такое Паскаль? Паскаль – это лужа, которая бнит себя морем. Сейчас могли бы найтись, теоретически, могли бы найтись мои коллеги, которые бы сказали, да что вы, есть Делфи, там есть Лазарус Паскали, на нем можно писать большие программы. Но на самом деле я не уверен, что так можно говорить. Паскаль – это вот у него уход в глубину есть, в нем можно купаться. Вот как и в кумире, на нем прекрасно можно, в при... ну, в принципе, правда, нужно английский язык знать, и там, если чуть глубже, то и утонуть можно иногда, и ошибки всякие там полезут. Вот, вот. Но он мнит себя морем. На самом деле, глубина-то у него не. И знаете, есть Азовское море. Тоже море. Я родился и вырос на его берегах. Вот. Тоже море, максимальная глубина 20 метров. Почти пресная. Там соленость такая низкая, что пить, конечно, не рекомендуется. Но, короче, понятно, да. Есть язык C. Есть язык C++. Знаете, что это такое? Но ну, вам еще предстоит. Вот будет второй год обучения, вам еще предстоит. Но вы будете подготовлены. У вас еще полгода алгоритмов структур данных. Вы уже... Но ну, это разбежавшись, прыгнуть со скалы просто. То есть, во-первых, крутой берег. То есть не каждый отважится, увидев Hello World, на языке C++, привет мир, он уже отталкивает, пугает какой-то using std, include your stream, что-то там, seo22, я просто не буду сейчас даже писать, но он отталкивает самим внешним видом своим. Во-вторых, сразу глубина не умеешь плавать, даже не поплывешь. Есть, есть фанаты, которые так любят C, что сажают на него детей и говорят: давайте мы сейчас вас научим программировать C первый язык программирования. Мне жалко этих детей. Ну, впрочем, с опытным пловцом, который все время, если что, тебя на лодочку посадит, наверное, можно. Ну, короче, а, и еще одна особенность: C очень быстро и резко уходит в глубину ну ладно, я так не буду это. Да, ну, то есть у него на самом деле глубина начинается сразу и, и на, основательно. Глубокий, хороший, полноценный, современный язык программирования, развивающийся. 2017 год новый стандарт. 11, 14, 17, в 20 запланирован следующий. Много чего полезного и хорошего. Да? Чем хорош питон? Чем хорош питон в качестве языка программирования? Так вот, у него мягкий старт. Вы подходите, вот как океан устроен, у него вначале начинается океанический шельф. То есть вот пляж, деткам можно купаться, если далеко не заходить, точно не утонут. Да? На нем простые вещи делаются просто. Потом в какой-то момент шельф заканчивается, начинается материковый склон. Да? То есть он, он на самом деле он очень глубок. На нем можно а, не только объектно ориентированное программирование, на нем можно там и декораторы, и программирование по контракту. И там, ну вот я вам показывал ТДД, да, то, что там юнит-тесты, они просто вот прям вот в сам язык встроены в стандартную библиотеку еще и двумя способами. Ну, в общем, там много функциональное программирование, он функциональный, параллельно с тем, что он объектно ориентированный. Он очень глубок, так же как плюсы, примерно. Но есть вот этот вот спуск. И вот мы с вами, я к чему все это рассказываю? Я вам каких-то рыбок притаскиваю с глубины или осьминога. Знаете, как аквалангист занырнул, вытащил осьминога да, и показывает. Вот я вам показываю, но я вам говорю, вы пока не заплывайте. Мы не будем вам рассказывать в следующем семестре о ОП на питоне. Оно вам не надо. Не надо. Я не хочу, чтобы вы в следующем семестре им начинали пользоваться. Но фактически все равно мы где-то им начинаем пользоваться просто по факту. Вот им беру и вызываю метод строки. А что такое метод? Это функция, которая внутри объекта, как бы, да, она к объекту приклеена. Понятно? Ну ладно, значит, я вам хотел еще успеть рассказать кучу, у меня осталось 4 минуты. Мы задержимся на 10 минут или вы бежите? А? <свят> 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 Мне не разделились. Ну давайте я все-таки попробую быстренько набросать идею хотя бы кучи, а уж и реализация. Вы видели такую структуру данных как стек? Мы обсуждали такую структуру данных как очередь, хотя и не реализовывали ее. А, есть специфические структуры данных. Вот есть такая штука как хип. На русский переводится как куча или пирамида. Мне больше нравится название пирамида. Вот, а то куча как-то звучит так. Если вы когда-нибудь играли в игру Царь горы или сл слышали про нее, идея этой. Царь горы, знаете? Ну, один ребенок. Пацаны играют на улице. Лезет на горы и залезает там на самую вершину. Я царь горы. Я самый, самый сильный. Другой пацан лезет туда. И его оттуда, если у него получается спихнуть. Если не получается спихнуть, то он стоит как можно ближе туда. Да? Соответственно, что происходит дальше? Если вот тут вот приходит парень, и ему удалось спихнуть вот этого, да? то он занимает его место, а этот товарищ он опускается ниже. Да? Понятно? То есть они могут поменяться местами вполне, если пришел более сильный. Да? если приходит еще кто-то то он соответственно что он пытается спихнуть этого если удалось то он пытается еще выше пробраться то есть займи свое место как можно выше тот кто выше он обязательно больше по размеру понятно поняли логику так вот оказывается что структура данных организованная по вот этому принципу является очень эффективной и на ней можно организовать даже алгоритм эффективной нерекуррентной сортировки вот называется она пирамида. Значит, что мы сейчас сделаем? А, я беру, я беру и начинаю добавлять данные в, в двоичное дерево. Причем это двоичное дерево будет у меня реально организовано на массиве. Мой массив будет организован следующим образом: это нулевой элемент, первый элемент, первый элемент, второй, ой, простите, второй элемент, да. Дальше массив продолжается у меня слева направо. Третий элемент, четвертый элемент. Это у меня дочерние элементы вот этого. Да, левый, правый. А у этого пятый, шестой элементы. Соответственно, да. А на самом деле у меня список продолжается вот так вот. Но ну, в какой-то момент он у меня там, допустим, закончится, да? Так вот. У меня сейчас пустая куча пока что. То есть я заготовил себе под хранение семи, не более семи элементов. И вот я начинаю закладывать туда какие-нибудь числа. Давайте. 2, 4, 8, 6, 1, 5, 3, 7. Так, что у меня будет происходить? двойка залезла на вершину. Дальше. Четверка. Она вначале встает в самый конец. Заполняется массив слева направо. То есть куча в этом смысле, да, двоичное дерево мое я сейчас использую слово двоичное дерево, которое будет определено дальше во втором семестре. Не переживайте слишком сильно, это не имеет большого значения. Это двоичное дерево сейчас, это некая структура, где у верхнего элемента два нижних, два в подчинении, иерархия. Так вот, четверка вначале встает сюда, а потом она что делает? Она лезет вверх и спихивает двойку на свое место дальше восьмерка она вначале встает в конец, а потом она лезет наверх и спихивает четверку на свое место. дальше шестерка вначале она встает в конец, потом она спихивает двойку на свое место да, и пытается спихнуть восьмерку, но это не получается. Да? дальше что я вставляю единичку, единичка встала, пытается спихнуть шестерку, не получилось, успокоилась. пятерка встала, что пятерка спихивает четверку на свое место, да? пытается спихнуть восьмерку, это не получается, на этом она успокаивается. Тройка, простите, у меня там еще одна лишняя цифра уже не поместится, да? Тройка, ну, она могла бы поместиться, только куча должна была быть длиннее, нужно было бы следующий уровень ее создавать, да? Тройка пытается спихнуть пятерку, и на этом успокаивается. Реально, нам остается для того, чтобы осуществить, то есть мы взяли массив, в массив последовательность чисел и напихали его в массив из семи элементов разложив их специфическим образом они как бы проталкиваются ну, не совсем к началу потому что индексы здесь будут специфически связаны друг с другом то есть родительский индекс он является индексом поделить нацело на 2, но за вычетом да, плюс один плюс один поделить нацело на 2. по-моему так сейчас секундочку минус 1 поделить на целом. Сейчас. 3. Минус 1 поделить на целом на 2 это 1. 4 минус 1, да. То есть у нас parent, parent ID, да, будет у меня идентификатор и e, минус единичка по модулю 2. Да? Это если мне надо узнать, кто родитель текущего звена, ну как родитель, в смысле, кого спихивать надо, какой там родитель, Кого спихивать на? Ну, обычно в двоичном дереве называется родители, а то дочерние, соответственно. Ну или там как бы ниже лежащие по иерархии. Ну и соответственно, у этого кто? У первого это третий и четвертый. То есть плюс умножить на 2 плюс 1 и умножить на 2, то есть дочерний Child 1. Это у меня текущий умножить на 2 плюс 1. Да, и текущий умножить на 2 плюс второй. Child 2. Ну, а дальше остается что? Для того, чтобы осуществить сортировку, мне теперь надо научиться... The, uh, самый, царь горы, uh, моего снайпер, бдыщ, убрал. А те снова играет в царя горы. Да, и от, то есть, короче, я буду оттуда делать поп. Хип-поп. То есть, я с кучи заберу верху, верхушечку. Ну, или неважно, не знаю... В лучшее место его заберу. И у меня из них должен подняться сюда кто? Ну, очевидно, больше из двух сюда должен подняться. Да? При этом на его место встает больше из двух. А вот в это вакантное место уходит тот, кто стоял в конце. Понятно? Ну, чтобы не было пустот заполнений. Ладно, я, к сожалению, не могу позволить себе реализацию кучи. Увы. Но... По-хорошему, бы ее надо э, знать алгоритм работы. Кучи надо реализацию тоже хорошо бы, конечно, вам знать. Я боюсь, что мы ее исключим из программы, вот. Но в качестве дополнительного вопроса она останется. Спасибо вам большое за этот семестр. Я надеюсь на такую же посещаемость в следующем семестре. До встречи. Успешно вам сдать зачет.